Художники со всей России встретились в Бузулукском бару. В минувшие выходные в одном из самых живописных уголков нашей области состоялся пленэр имени Филиппа Малявина. Поделиться своим опытом и пообщаться с коллегами пожелало около двух десятков лучших живописцев страны. Пленэр – это работа художников на свежем воздухе с натуры. Полюбоваться красотами оренбургской земли, а затем отразить увиденное на холсте – в этом году съехались мастера самых разных уголков страны. Сейчас у нас прибыли все участники к этому времени. Мы сейчас ждем гостей из 12 городов участники. Поэтому вот представительство достаточно, я считаю, достаточно такое вот солидное. С этого года пленэр носит имя Филиппа Малявина, уроженца Тотского района. Его картина «Смех» в 1900 году на Всемирной выставке в Париже была удостоена золотой медали. Чтобы увековечить память знаменитого земляка, было решено установить памятный знак в селе, где родился Филипп Андреевич. Оставить свой след в Оренбурге решились и гости. 4 картины именитых мастеров будут переданы в Бузулукский краеведческий музей. Порядка 40 работ художники подарят социальным учреждениям нашей области. Картины написаны в Бузулукском бару, и они все светлые, они все очень позитивные, радостные, такие создают хорошее настроение, и художники их писали с любовью, потому что им очень нравится Бузулукский бор. Выставка работ живописцев, написанных ими во время пленэра, откроется 24 августа в Бузулукском краеведческом музее, а затем холсты художников прибудут в Оренбург.